Это Шамуляр. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом грибной икры. Эту грибную икру готовила еще моя бабушка. Для нее я взяла сухие лесные грибы. Ну, вот здесь у меня такая большая вот горсть. Вот, видите? Грибы я уже сварила. Вот такое количество у меня сварилось. Ну, где-то, наверное, минут 40 я их варила. Вот они у меня в грибном бульоне. Его мы тоже потом используем на суп, например, и буду добавлять при тушении грибной икры. Также я нарезала одну большую крупную луковицу. Разогретое растительное масло, я кладу лук и обжариваю его до полуготовности, чтобы он такой золотистый получился. Отваренные заранее грибы я выкладываю вот в такой чоппер. Ну, если у вас такого нету, можно через мясорубку или в блендере. В общем, наша задача размельчить отварные грибы. Итак, грибы измельчаем. Лук у нас тем временем практически поджарился. Сейчас вот еще чуть-чуть его потомлю и соединю с грибами. Грибы должны получиться пюреобразной консистенции, поэтому если они у вас суховатые, добавьте бульона, вот который он варился туда немножко, чтобы они, вот видите, вот такие были. Теперь соединяем грибное пюре, видите, какое оно получилось по консистенции, с луком и обжариваем все вместе, ну, минут 10 так тушим. Опять же, если вы понимаете, что суховато, да, это все-таки паштетообразная должна быть консистенция, то добавляете бульон. Вы не представляете, какой сейчас на кухне стоит аромат. Моя бабушка во времена моего детства жила в Беларуси, это бабушка по папе, а сама она родом из Перми, из Чусового. Вот, и все детство свое, и, соответственно, всю свою жизнь она собирала лесные грибы, ягоды, и нас к этому приучала. Поэтому эта грибная икра часто была у нас на столе в детстве, когда мы к ней в гости приезжали. Потом моя мама ее тоже готовила. Вот. И как намазка на бутерброды. Вот. Можно даже для пирожков ее использовать. Вот. Очень вкусно. То есть сейчас мы ее с вами еще посолим, поперчим и потушим. Ну вот, икра готова. Для чего мы тушили? Чтобы лук пропитался ароматом и соком грибов, да, и чтобы консистенция стала вот такая правильная, паштетообразная. Теперь перекладываем в мисочку и добавляем один важный ингредиент. Вот что у меня получается. В принципе, реально очень вкусно и так, но бабушка у меня всегда добавляла сюда уксус. И я вас уверяю, что вот эта кислинка уксуса, она придаст особенный вкус и пикантность нашей икре. Ну вот где-то пол чайной ложки уксуса на такое количество. Ну, как вы любите по вкусу, главное не перелейте, лучше потом добавить еще. Перемешиваем, остужаем. И мажем на тост. Сейчас покажу вам сервировку. И, конечно, это нереальная вкуснота. Для меня это вкус детства. Обязательно попробуйте. У меня вот есть такой домашний хлеб. Я его сама пеку в хлебопечке. Смотрите, какой он шикарный получается. У меня хлебопечка Redmond. Сейчас я сделаю из него тост. И пока тост печется, хочу с вами обсудить судьбу бульона. Вот видите, сколько у нас осталось грибного отвара. Это, в общем, такая ценность. Вот, я, например, сейчас варю, вот у меня варится суп, да, я добавлю туда этот бульон, и будет грибной суп с картофелем. Но можете его, если он вам сейчас не нужен, заморозьте его. Или в формочках для льда, или в маленьком контейнере. И всегда его сможете использовать при приготовлении мясных блюд, например, или там с картошку потушить. Смотрите, какие красивые тосты получаются из этого домашнего хлеба. Просто великолепные. Кстати, этот хлеб в книге рецептов Redmond так и называется. В рецептах Redmond так и называется тостовый хлеб. Вот я его больше всего полюбила. И вот икру я чуть-чуть тут украсила луком пари. Больше никакой зелени не было.
Ну все, теперь можно намазывать и дегустировать. Вот. Спасибо, что посмотрели мой рецепт. Обязательно попробуйте приготовить эту простую, вкусную и такую сезонную закуску из сухих грибов. С вами была Таша Муляр. Не забудьте подписаться на мой канал и до встречи в новых интересных выпусках. И обязательно поделитесь в комментариях рецептами ваших блюд любимых семейных из грибов. Приятного аппетита! До новых встреч!